У этих ребят непростая задача – помочь духу из прошлого вспомнить произведение, которое он написал. Библиотека Рубцовска нестандартным образом присоединилась к всероссийской акции «Читай, страна». Для студентов города устроили литературный квест. Я думаю, что всем будет интересно, и организаторам, и участникам, которые команда победителя получит очень интересный, ценный приз. Ребятам пришлось проявить эрудицию. Нужно было дословно воспроизвести цитаты из известных произведений, разгадать литературные ребусы, собирая из частей названия книг именитых авторов. Было очень волнительно и интересно, познавательно. Многие произведения вспомнили сразу же. Я люблю читать различных классических поэтов. Это «Золотой век» в основном, тот же Лермонтов, Пушкин. Финальное задание было полезно не только участникам, но и городу. Команды вышли на улицы Рубцовска, чтобы рассказать его жителям о местных библиотеках и их работе. Сам новый формат студентам очень понравился, и они надеются, что литературные квесты для них будут проводить чаще. А организаторы довольны, что дали ребятам возможность вспомнить шедевры русской и зарубежной литературы, да еще таким нескучным образом. Маруся Загорская, Галина Плужникова, Геннадий Лабзин. Наши новости.